Тебе некуда бежать, загадочник. Где все бомбы? Не так быстро, Бэтмен. Отгадай мою загадку, и отвечу на все твои вопросы. Но если не отгадаешь, Готэм взорвется. Будь ты проклят, загадочник. Я есть город без домов. Я гора, но без деревьев. Я вода, без рыбы в ней. Кто я? Что? Что ты делаешь? Просто... Карта! Просто... Попробуем другую! Я родом из шахт и лесами окружен. Все используют меня. Я вижу, что ты делаешь. Я ничего не делаю. Я буквально вижу. Грифель карандаша! Ты что, просто загуглил мою загадку? Что? Нет. Я просто говорю Робину о том, как он ему просто очень скучно. Ты знаешь, я вкладываю очень много сил и времени во все эти штуки с загадками. О, правда? Тогда странно, что я могу найти все эти загадки в интернете. Ты знаешь, это довольно-таки тяжело закладывать 5 бомб по всему городу, нося латексный костюм. Так перестань так делать. Слушай, Бэтмен, у меня нету друзей или типа того. Это как бы мое единственное социальное взаимодействие за месяц. И ты сильно портишь его. Окей, я услышал тебя. Контраргумент? Ты террорист. Это внезапное прозрение оправдывает твой мухлёж? Абсолютно точно.